Аквамарин, его называют по улице Светлый выход. Там вообще очень плотно по людям. Это просто нереальный кайф. Вау! Таким количеством отдыхающих. Можете видеть, что происходит здесь. Видите, море подмыло береговую линию, и мы находимся очень близко к лежакам. Друг на друге. Чем ближе к центральному пляжу, вот он мужик пришел и думает, а где нам лечь? Я даже не знаю, как это правильно сказать. Наверное, лучший отдых в России. Вы посмотрите, что происходит. Вот это фантастика. Вот он сам центральный пляж «Жемчужина России». Людей, конечно, как в Китае. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из солнечной, прекрасной Анапы. Сегодня на календаре 30 июля 2024 года. Видео будете смотреть 31-го, в последний день июля. Заканчивается июль, но лето-то еще продолжается. Сегодня температура воздуха у нас 27, прогноз на самом деле жарит гораздо сильнее. Хотя поднимаешься туда на дюну, и там попрохладнее будет. 33 показывает температуру воздуха на солнце. Море теплое, немножечко волнуется, и пришел у нас отжимной ветер восточный, который вдоль моря прогоняет водоросли в сторону Анапы. Вот где-то на Джимоте в Анапе они аккумулируются, и там будет, конечно, трэш полный. Но обо всем об этом мы узнаем позже, когда море успокоится. У нас в ближайшее время нет штормов, сегодня возможен дождик под вечер. В общем, погода классная, летняя, вас только не хватает. Сегодня я вас приглашаю прогуляться по пляжам Витязева и посмотреть, как они выглядят. Жду в комментариях, в подписках. Ребятки, YouTube замедляет, переходите в группу ВКонтакте. Смотрите там в самом высоком качестве 4К все мои ролики. Юрий Азаровский в поиске, и ссылочка есть в описании. Также телеграм-канал, я вас очень жду, чтобы не потеряться и всегда оставаться на связи. Всех крепко обнимаю, люблю. Пойдемте гулять. Начнем мы нашу прогулку с прохода к морю, который у нас идет между... С левой стороны у нас Черноморец, восстанавливаемый детский, с правой стороны Одиссея. Здесь у нас зеленая зона, которую наглым образом захватили и застраивают. Причем наша прокуратура и еже с ними, никто ничего не видит и не слышит. Очень печально, что так происходит. Я сюда вызвал полицию, полиция мне... По телефону сказали, что не нашли состава преступления. Воровство песка было налицо, зафиксировано на видеосюжете у нас. И также заливали бетон первой санитарной зоны. Уже не говоря о том, что зеленые насаждения были уничтожены и установлен забор. Ну, в дальнейшем, я думаю, здесь на этой территории появятся также домики. Ладно, уже здесь с левой стороны выделялись участки еще до новой администрации. А здесь у нас даже в градостроительном кодексе, который мы все там принимали, генплан, который зовется, прописано, что это зеленая зона. И вот так вот администрация закрыла глаза и сказала, не вижу, как захватывать. Охватывали эти территории. Некуда говно сливать, не успевают мусор вывозить. Проблем и бед в этом году в Анапе очень много, но будут новые стройки, новые отели запускаться. И еще и новая Анапа появляться. Так и живем, ребятки. Здесь по прямой проходим. Я, в принципе, доволен тем, что здесь перекрыто дорожное движение. И люди спокойно, без оглядки на машин, проходят на пляж. Раньше здесь, конечно, движение было прям пипец. Все тебя сигналят сзади. Идешь пылью, дышишь. Сейчас кайф. С другой стороны, людям не нравится ходить далеко до моря, поэтому здесь стало еще меньше людей на пляжах. Выходим на пляж. Здесь с левой стороны санузел, но только для тех, кто отдыхает в Афалине. Туда у нас до этого асфальта тротуар вот такой сделан из деревянного настила. Ну и самые великолепные, классные дюны, которые только могут быть, которые надо сохранять и беречь. С левой стороны Сибирский резорт пляж. Тут по прямой Афалина, как я и сказал. Здесь направо можно увидеть пламя. Дальше южный парус. Сейчас будем с берега вам все это показывать. Пляжная территория Афалины крутая. Я недавно показывал море стилей, рассказывал о них, потому что у них тоже доступ на пляж есть. Сейчас смотрите и познавайте. Здесь сегодня людей становится все больше. Хотя, как видите, загрузка этого пляжа не такая уж и большая. Есть лежаки в аренду здесь. По первой береговой расстояние до моря соблюдено. То есть спокойно отдыхаете, наслаждаетесь. Я когда делал обзор, рассказал загородки, сказали, о, ты тех поддерживаешь. Я никогда не поддерживал загородки, считаю, что это лишнее. Но здесь я могу требовать только соблюдения 20-метровой зоны для вас. Потому что все остальное у них по закону. Я вот сейчас прошел через территорию, меня никто не выгонял. И по идее они по водному кодексу не имеют права делать это и с вами. Вот так вот выглядит море. Сейчас чуть-чуть перебаламучено, но потому что идет волна, вчера качнула немножко. Ну, совсем классная и прекрасная обстановочка на пляже. Хочется приходить отдыхать. Мы будем двигаться в ту сторону и смотреть все пляжи. Возможно, дойдем куда-нибудь до Венеры, а может даже до Татарстана. Начинаем обзор, который от пляжа Афалина. Здесь очень много людей отдыхает. Да, можно, как вас зовут, девочки? Лиза и Саша.
А это кто? Это Лера. Это Лера. Очень приятно. Откуда вы? Екатеринбурга. Как вам у нас отдыхается? Круто. В море купались? Да. Тепло сегодня? Да. Медузы есть там? Нет. Ну, машите еще привет всем. Молодцы. Следующий пляж, как я озвучил ранее, это у нас Пламя. Он газпромовский, здесь людей на нем не так много. По переднему краю тоже кто-то просто лежит, кто-то лежаки берет в аренду. Лежаки здесь, по-моему, по 300 рублей, если не ошибаюсь. Море будет сегодня плюс-минус везде одинаково, поэтому какие-то изменения смотреть, я думаю, бессмысленно. Это пляж Южный Парус, с вами наблюдаем. Он такой небольшой, но есть. И следующий за ним уже будет Одиссея. Здесь на границе у них продаются сапы в аренду. По-моему, рублей 700 на час можно взять. Вот это пляж, у нас уже пошла Одиссея. Он большой, люди подтаскивают лежаки к берегу. Море, в принципе, везде одинаковое. Немножко где-то водоросли, немножко вдоль берега качаются. Но за счет течения сейчас море почистится. Но где-то водоросли все эти прибьет и будет... Довольно-таки грустно потом на это смотреть. Но будем надеяться, что уберут их, хотя не уберут 100%, потому что у нас администрация решила этим не заниматься. И проходим уже до следующего пляжа, большого и классного, который у нас зовется Селена с белыми крышами. Я думаю, если вы там отдыхали, то о нем знаете 100%. Здесь начинается вот этот пляж. Здесь мне нравится турничок, я постоянно на нем подтягиваюсь. Большие у них футбольные площадки на пляже. Но вообще территория пляжа просто огромная. Ну, лежаки заняты отдыхающими, краски пляжа Селена. Людей здесь, как видите, очень много. Сейчас уже после завтрака люди подтянулись. И большинство, конечно, сидит в море, потому что море очень теплое. 27,5 градусов – это великолепная температура. Сейчас мне повезло сегодня. Зашли небольшие перистые облака и создали тенечек для прогулки. Это прям очень классно. Фотосессии в море проходят. В общем, отдых идет по полной программе. Те, кто любит его таким, приезжают сюда с большим удовольствием. Навесов там достаточно. Людям ездить от солнца спрятаться, даже когда сильно жарко. Дошли мы до пляжа санатория Парус. Здесь как-то сегодня людей не так уж и много, как обычно бывает. Собачки у нас загорают на песке. И посмотрим обратную сторону. Море кайфовое. Пока на всем протяжении нашего всего пути. Здесь у них на этом пляже проходит, у них нет анимации, хотя в этом году сказали, что маловато анимации именно для детей и перекусов не хватило, которые были раньше. Людям не зашло. Говорят, привыкли к одному, а тут бац, все другое в этом году в Парусе. Территория пляжа тоже просто огромнейшая. Единственное, что мне нравится, что народ постоянно вытягивает лежаки практически в море. Сегодня за счет волны, если стать чуть подальше, проходить здесь гораздо удобнее. Ну, а так всем желаем прекрасного отдыха, кто выбрал Парус. И дай бог, чтобы администрация свой юбилей все-таки сделала переоценку ценностей и радовала своих гостей в дальнейшем. Чтобы они не расстраивались, а продолжали все так же хвалить раз таки отдых в Парусе. На что мы надеемся? На территории у них есть все абсолютно. Развлечения для детей, пенные шоу устраивают, туалеты, души, перекусы. В общем, в принципе, все как нужно. И море. Хорошее, манящее и классное. Между санаторием Анапа и пляжем Парус есть проход к морю. Это если вдруг вы не захотите через их территорию обходить. Проходить. И здесь пляж санатория Анапа. Здравствуйте. Наши люди отдыхают, машут нам ручкой. Людей здесь, как можете заметить, гораздо меньше, чем было на предыдущем пляже. В принципе, комфортно и хорошо даже. Отдыхай в удовольствие. Те, кто имеют информацию такую, проходят пляж «Жемчужина России» чуть влево и отдыхают свободно, не лежа при этом друг на друге. Но, как говорится, у каждого свой отдых, и выбирают люди его именно таким, какой хотят. Ну, потом пишут в соцсетях: мне что-то не зашло, что-то не понравилось, что-то было не так. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Изучайте видео, информацию и получайте отдых. Там впереди, конечно, фантастика просто, чтобы у вас все было классно на этом отдыхе. С вами на пляже «Жемчужина России». И волосы становятся дыбом, ребята. Посмотрите, сколько там народу отдыхает. Видите, по-моему, туда еще больше. Сколько людей в море. Представьте, если они все выйдут на берег, что же тут будет происходить? Вот это да! Это Витязева, друзья, качает в этом году. Что-то, походу, Петель потерялся.
Это между Анапой и Центральным. Это жемчужина России выход. И здесь есть возможность вот так вот свободно более-менее лежать, отдыхать. Есть места между людьми. Поэтому приходите, упираетесь в море, идите чуть-чуть влево. И посмотрите, какие бескрайние дальше пляжи. Тут кайфово в этом плане. Но, конечно, когда люди выбирают именно такой более плотный отдых, это их личное решение. Мы можем только сказать им хорошего отдыха, ребятки. Людей в море много. Дальше у нас техническая зона, на которой расположены катамараны. И развлекательную таблетку вытащили, только что море. Поэтому тоже будьте внимательны, там отдыхать нельзя, мои дорогие друзья. Вот так вообще смотришь, и счастье от того, насколько здесь людям прекрасно. Лежаки здесь по 500, по-моему, в среднем. Ну, тут двойная цена, до обеда, после обеда. Ну, в среднем получается около 500 рублей. Есть возможность снимать под тенью и без тени. Лежаки становятся по сумме для большой семьи, как за номер отдых. Такие вот информационные моменты. Здесь прокат как раз таки идет. Можете прийти, ребят, взять. Вот он сам центральный пляж «Жемчужина России». Людей, конечно, как в Китае. Смотрится это прям очень круто. Наслаждение люди получают, я думаю, максимально. От соседства друг с другом все едят, что-то пьют. Туалет, кстати, там есть. На дюнах стоит. Ну, кому-то удобно, кому-то хорошо. Видите, кто-то даже на память фотографируется, чтобы это запомнить и не забыть. Чуть ближе к пляжу «Жемчужина России». Здесь у меня прям волосы становятся дыбом. Вот это да. Вот это плотность населения на этом пляже. Вам, ребята, всех, кто сюда приехал, хорошего отдыха. Стоя. Ну, есть, видите, те, кто и лежат. А в море сколько народу. Ах, красота, море теплое, прекрасное, манящее, с небольшой волнишкой. В общем, Анапа, Витязева, это рай для отдыха наших дорогих туристов. Мы продолжаем нашу прогулочку, наслаждаемся видами на отдыхающих наших любимых и на то, как они все загорают под тенью от тучек. Видите, перистые облака, какие набежали к нам. Все что-то едят, пьют. В общем, у всех все просто прекрасно и хорошо. Там есть горка, есть еще один здесь пляж. Охта называется он. Многие приходят, смотрят на море. А море чистое, манящее здесь. Даже намека на водоросли нет, потому что их уже все прокачало. И народ быстренько пакуется, выбирает себе места и давай отдыхать. Очень такая великолепная красота. Очень рад за всех тех, кто приехал, ребятки. Спасибо большое, что вы продолжаете к нам приезжать. Это причем не выходной день, вторник. На выходные здесь людей было еще больше. Так прям очень привлекательно. Хочется тоже вместе с вами пойти купаться в море. Смотришь, и прям сердце счастьем наливается того, что так возможно. Дальше у нас детские пляжи, санатории, «Жемчужина Россия». Они сейчас пусты, потому что детки, наверное, уже либо искупались, либо уже ушли. Ой, короче, не знаю, вот там под одним из навесов сидит народ, а здесь пока нет. Во время купания детей я прошу, покидайте, пожалуйста, зону их пребывания купания, чтобы у них все было хорошо. Это от души такая просьба именно для всех вас. Вот подошел спасатель, и всех просит это сделать. Да, дети только выходят, вот там отряды начинают подходить на пляж. Обратную сторону показать этот пляж, чтобы точно понимали, насколько здесь кайфово всем на отдыхе. Это просто нереальный кайф. Супер. Витязева в этом году как никогда радует. Картинка, наверное, сочнейшая. Вот он, пришел отряд, и сейчас детки позагорают и будут устраиваться у них купание в море. Здесь между территориями детских лагерей, возле таблетки, люди тоже приходят отдыхать. Но здесь опасное купание, ребят. Видите, сваи в море есть, от которой можно пораниться. Тут была не спасательная, а вышка для наблюдения за морем. Раньше такая высокая стояла, потом ее вот штормами уже доразрушило. Сначала стоп спилили, и потом уже бетонное основание развалилось. И никто не хочет оттуда повытаскивать эти бетонные плиты. Обидно очень. Ну, этим пользуются люди, которые приходят аккуратно здесь отдыхают. Здесь людей не так уж и много. Тут музычка у спасателей играет такая. Под гитару что-то. И море очень чистое и кайфовое.
Для тех, кто знает об этом пляже, здесь отдыхают всегда с большим удовольствием. Ну, чего я вам советую, если на жемчужин приходит. Ну, ходить надо, просто так не получится как бы стоять. Поэтому, друзья, если есть у вас бешеное желание, обязательно приходите на отдых. Дай Бог, чтобы как бы у вас все получалось. Ух ты! Вы посмотрите, что происходит. Вот это фантастика. Мы попали с вами на купание детей. Раз таки можно увидеть, как они забежали в море. Там идет анимация. Круто. Но детям мы желаем хорошо морем понаслаждаться. Вожатые уже в море. Купание идет. Ну, вот, кто спрашивал, купаются ли дети в жемчужине, пожалуйста, вот маленькие. Более взрослые стоят, ждут, пока маленькие искупаются. Думаю, там еще по показаниям врачей, как это все происходит. С берегов наблюдают за каждым отрядом еще дополнительно спасатели. Ух, счастье. Главное, чтобы это все было безопасно. И над этим работает большое количество людей. Дальше мы подходим к пляжу элитному. Курорт Мираклион. Это дача Дель Сол, Детон Брют. Город мира, в котором я поработал один день фотографом. Дальше, что там еще есть? Фюнт, самый дорогой отель на Черноморском побережье. И еще один отель, забыл, как называется. Пишите в комментариях обязательно. От вас будет интересно узнать. Ну и здесь народу тоже прям много. Ну вот так вот начало этих пляжей. Здесь волейбольные площадки. Ну, в принципе, здесь на пляжах есть все. И также вот те люди, которые отдыхают без лежаков, это те, кто сюда приходит, чтобы поменьше народу найти. Спасатели, САПы выдаются. Я так понимаю, что это тоже все в авантюризм у них входит. Ну, на самом деле, не снимал про Мираклион, поэтому не могу вам точно рассказать. Туда пока не звали. Рожа не вышел. Ну, или слишком много хейта к ним принялось, потому что когда они строились, там косички всякие находились. Ну, в любом случае, люди довольны, все, кто отдыхает, у них хорошая как бы территория и отдых на этих пляжах великолепный. Раньше этот пляж относился к Витязю, микрорайону Лазурный, потом вот у нас его отжали, и теперь это пляж Мираклион. Ну, 20 метров здесь свободных есть, вы спокойно можете приходить и отдыхать. Очень много лежаков, причем лежаки здесь кайфовые, они не пластиковые, вот с такой вот сеточкой натянутой. На таких очень круто лежать, я в восторге был, когда их увидел. Впервые, да, что молодцы в этом не поступили, закупились прям хорошо. Море чистейшее просто. Сюда хочется приходить купаться. Ну, я все свое детство купался практически именно на этих пляжах. Потому что я жил в Витязе, мы ходили сюда купаться. И вообще этот пляж был самым любимым, наверное. И колени на сваях я порезал также. Вот туда дальше, поближе к обедке, я вам эти сваи покажу. Выглядит, конечно, здесь прям классно. Много людей, которые дают где-то 1000 по 30 сейчас за сутки. Это минимум за номер. И там до бесконечности. И отдыхают прям от души и для души. Чего мы всем и желаем такой возможности, чтобы она была у вас, ребятки. Вы обязательно напишите, как вам. И панорамный, по кругу. И счастье. Вот оно. Выглядит именно так. Смотрите, Мираклион просто обычный справа. Здесь появился за забором элитный. Лежаки здесь с матрасами. Я так понимаю, что, скорее всего, это к Фюнку относится. Они умудрились на и так дешевом отдыхе выделить еще более элитные. То есть здесь люди более, так сказать, большим пространством возле лежаков. Он со своим баром, который там находится, отдыхают более комфортно. А дальше еще круче. Дальше бунгало. Вот это да. Вот это надо убить, ребятки. Так, разделить и зарабатывать еще больше. Вообще без комментариев. Как говорится, всем в любом случае отличного отдыха. Посмотрите, какое море прозрачное, какое манящее. И вот, видите, сваи торчат об них. Я в детстве порезал себе колени, оставил очень глубокие шрамы. Вот, дальше таблетка в море и красота. А бунгало, конечно, смотрится вообще великолепно. Хочется даже самому прийти туда, прилечь, да, отдохнуть. Тут дальше вообще, смотрите, пустая территория. Никто сюда не приходит даже отдыхать на этом пляже. И опять начинаются детские пляжи. Жемчужина России. Это, по-моему, Солнечный, следующий Приморский. Здесь сейчас потихоньку происходит купание детей. Море кайфовое. Деткам только купайся в удовольствие. Все под присмотром спасателей. И это очень круто. По крайней мере, мне прям нравится. И побежали. Вот так вот. Забегают дети на купание у моря. И под навесами сидят, кайфуют ребятишки. Дальше
Приморск еще будет на купание заходить. Вот так вот на приморском пляже «Жемчужина России» купаются от души и для души. Это их территория. Какое кайфовое море, какое оно чистое, манящее. Так хочется приехать и отдыхать за вас. Дальше у нас Республика Виталия, пляж, ребята. Тут что-то орет, и людей прям очень много на пляже. Ну, детей, я очень правильно скажу, что прозвучало. День добрый, наши люди везде. Республика Виталия, здесь аэрарий находится ближе. Отдыхают люди вдоль забора. Ну, детям, я смотрю, что никто не мешает. Есть и купающиеся дети, и те, кто просто стоит возле берега моря, смотрит туда. В этом году смотрели, как там проходило открытие нового корпуса. Теперь можно увидеть, как здесь дети отдыхают. Вот он, корпус, мы видим прямо отсюда. Стоит вдоль дюна. Водичка есть у них тут, с фонтанчиков. Видите, детские кулаки. Красота. Здесь происходит у них развлечение какое-то. Здесь сапами участие. Прикольно. Еще Республика Виталия. Тут тоже заборчики. Еще делят, наверное, отряды как-то между собой. В общем, все очень круто. Ну и последняя часть пляжа Республики Виталия, непосредственно перед пляжем Витязева. Кайф. Только что дети закончили купание, но отсюда начинается, ребята. Витязева, отдых 2024 на пляже улица Светлая. Это пипец просто. И это только начало этого пляжа. То есть туда дальше можно посмотреть, там вообще очень плотно по людям. Все отдыхают, стоя, ну есть и лежачие места. В общем, такой холодец из людей, можно сказать. Кайф, ребятки. Юрий Азаровский, канал Телеграм. Больше информации подписывайтесь и приезжайте в Витязево к нам на отдых. Будем всем очень рады и благодарны. Что, друзья мои, здрасте. Как отдыхается? Хорошо. Водичка, водоросли, мусор. Медузы. А у нас чем тоже. Вообще шикарно. Хороший отдых, спасибо. Также. Вот такие красивые подписчицы у нас. И это прекрасно. Мы переступаем эту линию детских пляжей, врываемся в пляж Витязева. Представьте, что будет, если все из моря выйдут сюда на берег. Это будет просто вау, эффект. То есть места здесь все уже поделены с самого утра. Люди каждый квадратик стараются использовать для своего отдыха. Никакого копания. Здесь еще, видите, свободно. Но дальше что начинается? Ребята, это просто фантастик. В общем, как всегда, улица Светлая. Самый перенагруженный, загруженный пляж. Столько народу себе даже представить, наверное, сложно, что может быть на море. Эх, если бы не эти загоны, конечно, людям было бы здесь посвободнее. Ну, вот такое вот чистейшее, теплейшее море, конечно, приманивает сюда всех россиян. Они приезжают на отдых за этими самыми сверхпозитивными эмоциями. Тут пляж можно смотреть на бесконечности. Туалет есть далеко. Будем надеяться, что вы все туда ходите. Только очередей возле него почему-то я не вижу. Печалька. Ладно. Давайте не будем сегодня о грустном, просто понаслаждаемся атмосферой отдыха, счастья всех этих людей, которые сюда приехали и получают максимальное количество позитивных эмоций. Здесь огородили выход с пляжа Бригантины, чтобы хоть как-то люди через друг друга не ходили. А дальше, ребята, дальше у вас сейчас голова от количества людей вообще закружится. Ну, красота же. Спасибо еще раз всем, кто к нам приезжает. Ну, конечно, скупать собачку надо. И здесь я буду в море по кайфу прям. В чистой воде, думаю, собаки купаются тоже большим удовольствием. Здесь есть прокат из сапов. Красиво так выставлено. Дальше прокат катамаранов. И бананы, таблетки. Я напоминаю, что это семейный аттракцион. Мы его ни в коем случае не переворачиваем. Спасибо, и никого не там скидываем. Батуты поставили. Это центральный выход по пляж Светлая улица. Здесь техническая зона, поэтому людей немного, но дальше начинается... Я даже не знаю, как это правильно сказать. Наверное, лучший отдых в России. Просто фантастика. Такого количества людей, я думаю, вы никогда на пляжах не видели. Сколько их в море. Представьте, вот реально все берут, все выходят из воды. И тут просто им негде стать. Вот он, мужик, пришел и думает, а где нам лечь? И они не знают, что можно пройти влево-вправо, найти пустые пляжи при этом.
Лежаки здесь папики, хаточки сдаются. Кукуруза по соточке. Настроение космическое постоянно. Аквамарин его называют. По улице Светлый выход. И туда дальше центральный пляж Витязева. Фантастика. И людей в море, по-моему, даже больше, чем на берегу. Море здесь прекрасное. Наблюдаем далее, как здесь родители со своими детьми играются в песочнице. И попробуем пройти. Так, аккуратно, чтобы ни на кого не наступить. Придется идти по кромке воды, потому что вот напрямую, я думаю, тут вообще не прорваться. Чисто, классно, маняще. Слушайте, ну говорят, что есть люди там в поликлиниках. Я не был, честно, в этом году, не могу сказать. По-любому кто-то где-то что-то ест плохое, руки не моют, там дофига всяких моментов может происходить. Поэтому смотрите, за ротавирусом, за своими детьми, чтобы они особенно воду с моря не пили. Ну и самое главное, ходите в туалет, ребята, а не в море. И тогда ротавируса будет меньше. И тут прям лежбище и куча, блин, свободного места было бы. Но нет. Это выход с пляжа Аквамарин. Слушайте, а что там на центральном происходит? Я думал, что будут разрывы, как раньше, знаете. Такой идешь, бац, и свободно. Но нет, здесь в этом году очень плотно. Слишком много людей приехало. Но при этом на дюнах мест просто невероятное количество. То есть все прижимаются к воде. И все, на этом место заканчивается. Какая вода. То есть ты смотришь на это море и желаешь, чтобы всегда у всех было именно такое. На отдыхе в 2024, 2005, 2006, 2007 году. Чтобы мы как можно чаще с вами встречались. Здесь шезлонги под зонтиками, слишком близко стоят море. Мне по-честному это не особо нравится. Какой прекрасный пляж. Как я хотел бы, чтобы все сюда приехали. Прям и отдыхали именно в таких условиях. Тоже сделал проход, потому что люди заполняют все. Видите, в этом году делают это специально. Здесь вообще друг на друге. Чем ближе к центральному пляжу, тем, конечно, становится все плотнее вся эта территория, заставленная людьми. Вот это да. Кайф. Ребята, всем хорошего отдыха. Желаю от души. Пляж Аквамарин, конечно, меня порадовал. Смотрите в обратную сторону. Здесь людей. Я порадовал, сегодня еще и чистейшее море. Мы еще нигде водорослей не нашли. В самом начале было чуть зеленцой, но дальше здесь самые центральные пляжи, самые чистые даже. Здесь грузят на банан, сразу два загружают, потому что очень много людей отдыхает, и это востребовано сильно-сильно. И здесь посвободнее пляж, но это техническая зона, из-за этого здесь классно. Вот эту точку рекомендую, кайфово. Ребята меня в прошлом году запускали, по-моему, отсюда я летал. Если я не ошибаюсь. И дальше самый центр пляжный. Жизни в поселке Витязево, ребята, будет. Представьтесь, как вас зовут? Алексей. Откуда приехали? С Воронежа. Как вам отдых в этом году? Вообще супер. Вот сегодня даже волна, море почище пошло. Вообще супер. Довольны. Вчера мы в теплоходе по жемчужине плавали. Угу. Большую гришу там тоже. Ну, там не дуже, конечно. Там немножко. Здесь все-таки нам больше нравится. Можно пройти море, выбрать, где почище. Это прекрасно. Поэтому нас уже устраивает. Мы первый раз здесь. А где отдыхаете? Гостевой дом и дом. Цена вопроса. Мы пятером, местный номер 3500. Вы довольны? Очень. Спасибо. В центре прям, даже кто там писал по отзывам, то, что шумно, на параллели доносятся звуки, а нас открытые двери спит, приходим, падаем и засыпаем. Так и надо на отдыке, отдохнули и спать легли. Да, мы приходим, не питаем ничего, мы в столовой питаемся, кстати, много столовых. Какая вам больше всего нравится? Марсель, там и цена, и качество, и продукты всегда свежие, и еда всегда хорошая, вкусная. Десерты очень вкусные, мы всегда постоянно. Что, машите ручкой, спасибо большое, что спасибо, смотрите. Приветики приняли, со всеми пообщались, кто хотел, двигаемся дальше. Ребята, конечно, количество людей меня все радует, чем дальше иду. Но здесь вот центральный пляж, я удивлен в плане того, что думал, что здесь народу будет побольше. А центральный пляж, левая сторона, прям свободно, чисто.
и маняще выглядит. Такой пляж посмотришь и будешь ехать в Витязево, конечно. Еще не забывайте, что огромная территория на дюнах. Идите, отдыхайте там. В общем, мест всегда предостаточно. Ну и вот в полной красе открывается у нас пляж. Здесь также прокат сапов стоят, предлагают вам. И начинается самое центровое место Витязева. С вами поздороваться, смотрим. Как зовут вас? Денис. Откуда? С Казани. Казани, привет. Хорошего отдыха. Как вам у нас? Классно, сейчас дочка подойдет. Всегда смотрели вас уже перед тем, как ехать в Анапу. Мне кажется, что на Аквамарине людей было даже больше, чем на центральном самом пляже Витязева. Но здесь довольно-таки плотно. Но выглядит это очень симпатично. Это и смотреть на море. Левая его самая крайняя сторона. Людей в море тоже много. Водичка кристально чистая. Это Анапа. Вот для сравнения, сзади пляж Аквамарина, который мы только что прошли. Там, конечно, просто суп и борщ из людей. Кисель. Столько народу увидеть. Это фантастика. Здесь по 2000 есть такие вот бунгало с лежачками. И по 500 рублей сами лежачки стоят в этом году. Дорого, цена в голове не укладывается. Ну, вот так вот, кусок пластика на день на пляже, такую стоимость. Радует хотя бы, что море чистое, есть свободные зоны, где можете отдыхать бесплатно. Массаж, что-то пока не работает. Здесь, видите, море подмыло береговую линию, и мы находимся очень близко к лежакам. Впереди видим прокат. Как раз таки загрузился тоже один банан, второй только подъехал. В общем, поток людей, катающихся, тоже очень большой. Прям интересно, куда все водоросли-то делись? Кто их сожрал за ночь, пока нас не было? Тут что-то, смотрю, прям шезлонги все пустые. А, наверное, потому что здесь зона проката и музыка, собственно, играет. Кто оплатил тигра, жилетика мы на тигра. Кто еще не оплатил на этот рейс, вы успеваете. Игорь. Кто приобрел билеты на катер Баунти, приглашаю вас к жилетам и на посадку. На самую шикарную морскую прогулочку на Баунти остаются местечки. Можете прямо сейчас присоединиться. Кайф к нам. Смотреть мы такой отдых, когда людей все хорошо. Здравствуйте. Наши люди тоже, это прекрасно. Ребята, пожалуйста, не забывайте, когда смотрите наше видео, ставить лайк. Ну и также поддерживать канал. Донатищем по номеру телефона 8-988-333-7887. От души и для души. Кайф. Подходим к пирсу. Пирс стоит вообще в воде. Вы видите, насколько сильно действительно посмывало пляжные территории. Причем в этом году уже было все хорошо. Сейчас опять море близко подошло. И буквально сам краешек стоит от ступенек на песку на берегу. Поэтому надо беречь наши пляжи. Здесь у нас мужики сидят, пьют пивас. Прям компании большой. Пляж Аквамарин в этом плане в этом году гораздо удобнее, потому что там мест больше и в обратную сторону. Можете видеть, что происходит здесь. Невероятно просто. Пляж Витязева смыло береговую линию, пляж стал очень узкий, и тут она вся занята. Туда дальше смотреть страшно, ребята, что там происходит на наших пляжах. Все равно кайф, море чистое, 27,5 температура водички, температура воздуха 32. И пирс, видите, только ступеньками касается песка. Паралия, самое центральное место. С правой стороны от пирса здесь прогулки морские. На пирс можно зайти только если покупаете прогулочку. И смотрим, как здесь все выглядит. Тоже все в людях, пляж стал гораздо уже. Лежаков свободных в принципе имеется. И народ идет с паралии на пляже, прям большое количество. Такая вот обстановочка, ребятки. Так, друзья, все спрашивают за пирс. На пирс можно пройти только если вы берете в аренду. Ну не в аренду, а прогулочку, рыбалку, купание там в море. Выходите, тогда заходите. Здесь мы посмотрели с вами правую сторону, здесь бары есть, вот так выход на паралию в ту сторону, людей очень много. Наша задача сегодня смотреть именно пляжные территории, поэтому мы двигаемся дальше, наблюдаем за всеми этими моментами по полной программе. Лежачки все заняты, ну, пляж узкий. Тут все, что строили, опять оказалось подмыто в море.
как будто был сильный шторм. Но море здесь также продолжает быть чистым. Скоро массаж делать будут уже в самом море, потому что береговая линия становится очень узкой и грустной. Мы будем надеяться, что, конечно, вода сохранится. Такое море хочется вас всех приглашать. Мне говорят, были 2 дня в отрасли, Юра пришел, все стало чисто. Ну, значит, надо чаще прогуливаться и показывать вам всю эту территорию. Вот. Тут, короче, ребят, приходится идти чисто по воде, потому что не пройти, там все занято людьми. Конечно, хотелось бы идти посерединке пляжа, показываем шезлонги. То, что здесь происходит, но людей слишком много. Мы дошли до технической зоны, выезжает очередной катамаран. В общем, моторы крутятся, баблишка мутится. И вот так с этой стороны выглядит пляжная территория. Именно видите, с собачками игрушечными гуляют. Не могут, как говорится, расстаться со своими. Вот смотрите, каждый сантиметр все занято. Почему-то центральный пляж менее нагружен, чем все остальные. Вот мы подходим к пляжу Аквамарин. Вот тут с правой стороны сейчас санатория. Дюна будет территория, тут тоже прокат. Работает, как раз мы видели отправление. Да? И вот смотрим назад. Здесь людей гораздо меньше, чем то, сколько мы видим на мира там впереди. Просто фантастика. Технические зоны, конечно, радуют. Ты проходишь тут пусто, с надеждой на лучшее будущее. Посмотрите, количество людей в море просто невероятно. Их там слишком много, я бы даже сказал. Единственное, повторяю, просите, ходите в туалеты. Тем более, здесь они есть на пляже, правда, ценники. У них в этом году актовые местами по 50 рублей. Но вроде дороже 50 я еще не встречал. Здесь каждый тоже квадратный сантиметр занят людьми. В море много. Девушка замерзла, что ли? 27,5 температура воды. Ну, после моря, наверное, ветер прохладный довольно-таки. Разрешите, пропустите. Приходится идти по воде, потому что пляжи стали немножко уже. Не меняют место навесы, потому что их установили еще перед летом. И, собственно, люди до самой воды лежат при этом. Катамаран еще тут в аренду. Теплоход пошел на прогулку. И вот он уже в полном мере подход к пляжику, который называется Памира у нас. Выход на него. Мы его так и называем. Пляж мира. Меня прилетело песком от девушки, которая копает. Вся полоска берега, вся полностью в людях. Ты думаешь, да ну нафиг, ну не может же быть такого, откуда вас столько приехало? Он вся Россия выбрала в этом году Анапу. Все, что вы там видите, рассказы про другие места, где там на небольшом кусочке собралась куча людей. Вот мы с вами идем уже полчаса, и люди просто не кончаются. А сколько их еще в море находится? То есть Витязево, по факту, народное лучшее место. Осталось подтягивать сервис и убираться, чистить более активно все, и тогда эти места будут еще больше приумножаться людьми. Чем больше людей, тем больше бизнес зарабатывает бабла. С правой стороны бар. Есть тут, я смотрю, шезлонги тоже все позаняты отдыхающими. Так что, наши дорогие предприниматели, вкладывайтесь в развитие чистоты, количество туалетов, желательно бесплатно, чтобы люди в море не ходили. Ну и тогда вы будете зарабатывать еще больше при этом. Все же просто. Самое главное, чтобы были не рвачи, а те, кто готовы играть в долгую, чтобы их детям еще досталось. Это было бы очень круто. Ну и вот мы подошли, мои дорогие, уже к центровому выходу на пляж улица Мира. Точка проката тех, кто отдыхал, я думаю, вы ее помните именно в этих местах. Мне кажется, он даже аквамарин переплевывает. И туда дальше нескончаемое количество людей. Люди пьют, отдыхают в чистейшем, красивейшем море, наслаждаются всеми эмоциями, которые дарит наш любимый поселок Витязево. Больше информации в телеграм-канале Юрий Азаровский Мориоз. Это вот выход центровой Памира, чтобы точно сориентировались. Туда дальше центральный пляж Витязева. Там, честно, людей было поменьше, но пляж стал поуже. Вот он. Ух. Какова красота. Самое главное, что нет водорослей. Море чистое, пляжик мира прекрасен. Вот только как ходить по этим пляжам, если приходится постоянно бродить по берегу, потому что на берегу все совсем занято. Таким количеством отдыхающих, что это просто вау.
кайфы, кайфы, кайфули и рядом красотуля. Ну, мои дорогие, спасибо вам всем, что вы с нами. Туда дальше просто шок. Все, кто уходит, последние места занимают уже в обратную сторону. Панорамочка по кругу. Классно. Продолжаем нашу прогулочку. Сделал подсъемочку, как раз таки в Телеграм. Там вообще все онлайн смотреть можно. Поэтому мы вас очень вас там ждем. И разглядываем счастливые лица людей. Здесь сапы также сдаются в аренду. Можно походить на них по морю. Но сегодня с волной не у всех это получится. Надо хороший опыт путешествия. У меня, честно, от такого количества людей начинает даже кружиться немножко голова. Переполняется ощущение всей счастья, их эмоций. Девушка с кругом решила в море пойти залезть, кайфануть. Мы ей желаем, чтобы у нее все получилось, и она вернулась. Вообще, это такой ветер. Ну, в принципе, сегодня вдоль берега, ну, вообще, когда дует с берега, не пользуйтесь надувашками, чтобы их не унесло и вас не унесло в море. Же очень много людей спасали на сапах. Вот, палатки люди ставят прямо на берегу. Скоро дома будут свои разворачивать, борясь за территорию под солнцем у моря или защиты от солнца у моря бесплатно. Потому что стоимость тени в лежаке порой уже для семьи зашкаливает за цену одного такого вот домика. А он еще многоразовый, его хватит на несколько лет, так что он отбивается 100%. Приходим на пляж Витязь. Витязь, его база отдыха, недавно снимал, на обзоре она у нас есть, здесь отдыхают дети, территорию эти от взрослых очистили, потому что именно сейчас происходит отдых детей, и вы не мешайте, пожалуйста, ребятки. День добрый, хорошей вам работы, без происшествий, самое главное. Все у нас под контролем, все хорошо. Дай бог. Эти спасатели работают, контролируют купание деток. Ну, они со своими сопровождающими под их тоже пристальным надзором производят эти самые купания. Дальше двигаемся. Это все еще пляжи относятся у нас к улице Мира. И люди не кончаются, ребята. Людей у нас очень и очень много в этом году. Проходим очередной прокат. Люди идут покорять моря и выходим на пляж. Вот отель. А тут прям очень плотно в этом году. Смотрите, какие девушки на ниточке. Смотришь просто порой и думаешь, ну, кризис. У нас не хватает на купальник. Но хочу сказать, что, честно, меньше стало таких открытых купальников. Более культурно люди выходят на пляж. Спасибо всем, кто нас слышит и делает как бы отдых симпатичным и красивым для всех людей вокруг. От души для души. Ну, а тем, кто отдыхает, мы желаем хорошо отдыхать. Здесь Аклайф, кстати, пляж находится. Я снимал этот отель на берегу моря. Там еще несколько пляжей. Ну, а отсюда начинается территория Аквамарина. Я когда-то советовал, говорю, приходите на его территорию. Здесь места много, и тут пляжи действительно были пустынными. Сейчас просто невероятное количество людей, одновременно отдыхающих в этом месте. Вы сами можете это увидеть и подумать, да не может быть такого. Но вот так. Я в шоке. Я реально охреневаю. Я не мог себе даже представить, что этот пляж будет вот так заполнен людьми. Море чистое, теплое и классное. Но это что-то нереальное. Как говорится, фантастика рядом с нами. И она творится прямо здесь и сейчас. Спасибо всем, кто отдыхает, приезжает к нам. И мы можем наблюдать этого очереди. Кстати, вот пляж Аквамарин, видите, с зеленью на территории, очень много классных там оформлений, лежаков, с навесами. Сделали очень круто, если честно. И начинаются более свободные места. Впереди пляж ВФВ, граница с Локом Витязь. Здесь вы можете увидеть, как чисто, сколько места есть свободно, как мало людей стало в море. То есть просто гуляйте и находите те места для отдыха, которые вас будут устраивать. Общаясь с людьми, я понимаю, что есть те, кто прям любят плотный отдых, когда много людей рядышком потрутся, там о спинку друг друга познакомятся, там женятся. Ну, это, как говорится, каждому свой отдых от души для души. Мы желаем, чтобы вы находили любимые места и получали максимум удовольствия. Вот с правой стороны работает прокат. С ребят можно взять, прийти покататься. Желаем всем, чтобы у вас это получалось. Ну и вот вам территория просто свободнейшая. Кайф. Проходим дальше. Коруда Family. Пляжик смотрим с вами.
Мы его тоже снимали на обзорчике, у нас есть. Территория моря чистейшая. Всем, кто сюда едет, хорошего отдыха. Желаем. Ну, людей тоже немного. А дальше там вообще прям пустая территория. Там тоже место для купания детей. Скорее всего, это Глобус пляж находится там. Вообще пустота. И красота. Панорама назад. Кайф. Вот пляж Глобуса детский. На пляже пусто. Класс. И море чистейшее. Детки отдыхают пока. Я еще раз говорю, ребят, никогда не ругайтесь. Когда пляжа никого нет, вас отсюда никто выгонять не будет. Когда купаются, отдыхают дети, не занимайте территорию. Наши дети, мы должны их содержать в безопасности. Пляж Avon. Avon. Качельки стоят здесь. Качайтесь аккуратно, не самоубивайтесь. Какая красота на девушке на ноге нарисована. Цветочки. Здесь есть бар на территории пляжа. Людей тоже довольно-таки немного. Бунгало. Спасательный пост. Но вот что за пляж, не вижу. Если кто знает, там пишите обязательно в комментариях, потому что название всех пляжей я, к сожалению, не знаю. Такие вот замки строят ребята. Очень красивое. Чем же... Ох ты, ёх ты! Если вы думали, что мы прошли центральный пляж Витязева, и люди на этом кончились, то впереди, ребята, там просто фантастика. Там столько людей вы сейчас увидите. Я думаю, уже, в принципе, видите и чувствуете это, что у меня у самого волосы уже шевелятся. И на самом-то деле, как я счастлив за всех тех людей, которые здесь на пляжах находятся. Кто находит пустые места на территории с ракушками, кто отдыхает на чистом песочке кварцевом великолепном. Тут под видеокамерами, кстати, вот пляж полностью здесь находится. Прям, чтобы все было под контролем. Мишь не пробежала. Но самое главное, что мы сегодня гуляем. Уже пешком прошли где-то 1.5 часа. Еще впереди будем идти. И море везде, ну, кристально чистое. То, какое я очень люблю. Прозрачно, манящее. И о Витязево самые лучшие вещи говорящие. Приезжайте, ребята. Пока все классно. Кукурузу всем приятного аппетита. Кто есть, смотрите, пусто на пляже. Но дальше, конечно, сейчас будет просто вау. Эффект такой. На пляже Венера. Венера, друзья, вы можете посмотреть, сколько там людей отдыхает сегодня. И какая красота. Все стоят, загорают себе, кайфуют по полной программе. Просто берега не видно от количества людей. Ну и в море примерно так же. Так, машина на берегу стоит, наверное, так туго еще открыта. Именно отсюда начинается заполнение всех пляжей людьми перед пляжиком Венеры. Народ тащит лежаки поближе к воде, потому что пройти лишние метры прям очень тяжело. Тут даже готовы на солнце запекаться, лишь бы рядом с морем на лежаках валяться. В ритм получается вам говорить, потому что море будем мы любить. И вот это да, друзья, спасибо, что видите с нами. Спасибо, что вы к нам приехали. На пляже Венера имеется свободно используемый душ бесплатный. Отдыхать не хочу. Там работают мои любимые массажисты, которым передаю громче привет. Сейчас зайдем, поздороваемся с ними тоже. И тут просто фантастика. Такие эмоции, которые нам очень нравятся, о которых мы мечтаем и получаем только здесь, на самом чистом море, чистых песчаных кварцевых пляжах. Прошу, относитесь к ним, пожалуйста, с уважением. Кстати, пенное шоу на Венере идет, чтобы все было хорошо. Вау. Вообще верите, что такое наблюдаете? Витязева, 30 июля 2024 год. Фантастика. Там дискотека, подпенное шоу. А здесь у людей просто счастье от отдыха. И всем хорошо. Идеально. И, в принципе, все так, как и должно быть. Ребята с Питера отдыхают тоже. Наши люди только что шарлатана встретили. Так, мужчина так лежал, я переживал, что не утонул, вроде все хорошо с ним. Глазки открывает,
Так, ну пойдемте туда вовнутрь ворвемся, потом если что еще прогуляемся, посмотрим, что тут, как тут. Туда вправо находится на Венере. Души бесплатные здесь, барная территория и массажные точки слева и справа. Мужики, по-моему, тут по 400, ребята. Ну и пенное шоу. Кайфы, кайфы, кайфули. Рядом красотули. Отдыхают, зажигают по полной программе. Раз на воздух приглашают. Просто кайф. Вау! Огонь! Надо достать так, чтобы она в пену не прилетала. О-о-о, поехали, Каялда, бразер, ты качаешь. Огонь? Да, друзья, фото в нашем УАЗике стоит 150 рублей. Можно оплачивать криптовалютой. Можно тапать хомяка. Здрасте. Друзья, вечером ждем всех у вас. Лучшие массажисты. Венера. Ну что, как ваши здесь дела? Пряжа, да, хочу. Дорогой Назим, спасибо большое за массаж, за то, что поправил. Виктория, за эротический массаж благодарим. Спасибо. Когда отключилась камера, началось самое интересное. Приходите, она богет. Это было специально. Да, все было сделано шикарно. Спасибо вам большое. Ребят, приходите на любую точку массажа. Это все от них работает на разных мастера. Вам сделают самый крутой релаксовый массаж. Там, говорят, вкусные бургеры, да? А также в 8 вечера здесь сегодня будет великолепная танцевальная шоу-программа. В общем, друзья, приходите, отдыхайте. Здесь стоимость ЖК 400 рублей, бунгало 1500 день. И люди сейчас расходятся на обед. Море чистое, 30. Температура воздуха, я думаю, в дальнейшем мы прогуляемся с вами и по Тартуге в те стороны. Меня сейчас ждет Максим. И мы отправимся, наверное, к Джанику, Чебуреки поедем. Здесь уже площадку почистили, подготовили все. Туалет сделали, говорят, платный, потому что, ну, люди очень пачкают их, а души бесплатные. И вот волейбольная площадочка тоже, девчули с мужчинами красивыми играют в волейболы. Красота. И тучки заходят. Погода сегодня просто релаксовая. Супер место для вашего отдыха. Выход на пляж Венеру тоже по настилу. Сюда приезжает 23-я маршрутка с Витязевану, также на Тартугу. Сейчас, если перекрыт, вот, то опять-таки сюда подъезд. Так, сейчас слышу, работает техника, продолжается, походу, там снос зданий, которые стоят на самой косе. Ну, вот мы видим, как приезжает маршрутка. Ну, это именно с отеля. Мамеру какой-то. И люди загружаются. И уезжают к себе Мамеру. Фамилия Resort Отель. Но это наш дорогой Максим. Кстати, если кто-то хочет покататься на яхтах, обращайтесь к Максиму. Телефончик оставлю на экране. Он занимается попутно этими вещами. Мы вам видео показывали. Максим, здравствуй. Здравствуйте. Как ваше? Ах, прекрасное настроение. Прекрасно. Это самое главное. Ой, какая у тебя тут музыка. Не дави отдыхающих, хоть их много, но их любим. Мы выезжаем сюда с улицы Славной. Вы видите, что машинами все заставлено. И то сейчас люди уже разъезжаются, поэтому свободные места встречаются. А так тут две машины уже с трудом могут проехать. Особенно те, кто не уверенно себя чувствует за рулем. Разъезжаются очень плохо. Вот видите, там встреча 77-й регион едет, он боится ехать, потому что он боится, что не разъедется. Это все из-за того, что у нас закрыли проезд на Тартугу. Сейчас проезда, я так понимаю, что опять нет. Поэтому все паркуются именно в этих местах. Обидно, что так происходит. Все смотрят, где вывозят лодки, которые раньше катали. Я так понимаю, что в этом году как-то не имеет смысла. И вот тут тоже перекрыто все. Сейчас посмотрим, что там происходит. Здесь у нас конечная 128-го, с этой стороны ВФВ. И вот сейчас автобусики на Тартугу, я так понимаю, что доезжают до сюда. И здесь люди уже пытаются перебираться дальше. Движение, особенно когда большие машины подъезжают, здесь прям жесткое. В общем, целое приключение сейчас приехать на Тартугу на отдых. Вот люди, которые стоят, ждут. Вот это я слово придумал. Как раз таки, когда приедет маршрутка, их заберет. Так что происходит. И здесь тоже все заставлено машинами. Блин, ну почему не сделать для людей парковку какую-то реализовать? Я еще в прошлом году, когда закрывали, просил администрацию. Мне сказали, нету земли под это. Вот так теперь происходит все. Печалька. Парк аттракционов Византия. Здесь дети у меня работают. Приходите к ним обязательно. И Южный проспект. Смотрите, как здесь все занято машинками.
Здесь мы находимся на Горького 63, мой дом, в котором я долгое время прожил. Это у нас бульвар Шардоне, спуск снизу, мороженка вкусная. С той стороны у нас Джани готовит гонконгские вафли, вкуснейшие чебуреки от мамы, джемы, там все очень классно. Мы подумали, что, блин, поедем мы в гости к моей маме, посидим, поболтаем. Вам всем желаем счастья, долгих лет. Спасибо, что смотрели сегодня. Надеюсь, что обзор всех пляжей был вам полезен. Приезжайте, отдыхайте. И да пребудет с вами все самое светлое и ясное, что есть в этом мире. Максиму огромное спасибо за то, что меня забрал с пляжа. Мне не пешком приходится идти обратно. Пока-пока. Пляж Венера, друзья. Вы можете посмотреть, сколько там людей отдыхает сегодня. И какая красота. Все стоят, загорают себе, кайфуют по полной программе. Просто берега не видно от количества людей. Ну и в море примерно так же. Так, машина на берегу стоит, наверное, так туго еще открыта. Такая... Кайф!